девчоночки. Сварила борщик. Если бы вы понюхали. О, девочки, со старым салом затолкла. Чесночка побольше. И старого салка кусочек. Своего. Не того, что у меня старится вот здесь, а вот там, что у меня в кульке. Пахнет. Сразу запахло вкусным. Вот сразу борщом запахло. Без старого сала не тот вкус. Не. Девочки, манной каши. Просто вот это с этого молочка манной кашки. Так хочется, девочки, чтобы пена была вот такой толщины. А ее уже во веки веков такой никогда не будет. Так, все. Манная кашка. Сюда. Огонек. Сюда. Все, можно передохнуть. Уже и посуду помыла, все после себя перемыла. Так, девочки, пришел, жалко ж, все равно ж жалко. Что ты сделаешь, девочки? Такая, значит, судьба у меня. Как на меня маты не кроют, как что не говорят, а мне всех жалко все равно. У меня никогда нет никакой злобы. Вы знаете, даже на чужих, не только на своих, даже на чужих. Сейчас, девочки, вот это выглядывала, когда Олю и Вовку стояла. Я трамваев, наверное, не знаю, 6, наверное. Все выглядело. Может, на том трамвае сейчас приедут. Куда я знала, что они тут? На Кирова уже сидят. Ну, как-то не допетривают. Что я могу сделать? Ладно. Когда один там у нас? Он в тюрьме отсидел был. Отец у него за убийство сидел в тюрьме. А вот. Тоже отсидел уже. И они жили тут напротив меня, в доме, где АТБ, что я говорю, что через дорогу АТБ. Вот. Она, мать у него. Девочки, такая худоба. Я такой худобы не видела. И когда они поженились с его отцом, с этим хлопцем, я сегодня его встретила. Ему, наверное, девочки уже... Ты, наверное, 40 уже есть. В тюрьме 2 или 3 раза сидел. Конченый алкаш. А там все вместе, наверное. Такое малое, худое. Знаете, кусок заразы. Кусок заразы. Вот. И это. Ну, отец уже с тюрьмы пришел. А у них, у его отца у этого, у них семья была, их так и на них говорили, у них была кличка Многодетная. Вот Машка Многодетная. И все у нас кругово узнали, кто это. У нее, я даже не знаю, 5 или 6 детей было. И все такие вот, я даже не знаю, кто-то есть там удачный или... Девочки, вы знаете, я даже и не знаю, кто там уже был. Девчата, хлопцы были, сколько там кого. Я уже забыла, сколько, когда это было. Вот. И вот это я его встретила. Сегодня он живет у нас же. Мотыляется туда-сюда. Вот. Не работает нигде. Таких не трогает никто. Ни милиция, никто. Ни ТЦК никакие. Никто не трогает. Кому они надо? Хороших надо трогать. Те, что работают, те, что матерей любят. Те, что жен, детей. Вот таких трогают. А таких подонков никто не трогает. И то он мне подошел. Здравствуй, мамочка. Я говорю, привет, Саша. Я говорю, ты смотри, какие ты слова можешь говорить. А он все время тетя Люда на меня. Девочки, когда мы торговали, вот то сидели, подходил, мог переворачивать ящики бабкам с этой торговли. Знаете, какие подонки. Подходить, забирать без денег товар, продукты какие-то. Пачку сигарет может подойти взять. А все сидят, боятся, потому что он же голову может дать где-то поза дворами. А там девочка вот такого роста, как я, наверное, 1,60 м. Вот, знаете, козел. Вот бывает же, не обязательно быть козлом и 10 метров роста, правильно? Вот такое малое гнедыня, оно еще хуже, чем 3 километра роста. Вы поняли? А вот, вы знаете, такой тип. А вот, вот у мамочка, я говорю... Мамочку ты свою хоть не обижаешь, Саша, его Саша звать. Он, не, тетя Люда, какая бы она у меня не была, но она же меня родила, она же мать. Я только вот так смотрю, а какая она? Она несчастный человек. У нее 2 сына, один, я не знаю где, наверное, уехал из страны, наверное, куда-то, чтобы не родичаться. А один вот это ты с тюрягой. И папаша с тюрьмы пришел, это же он не сюда пришел, в квартиру свою. Это же ихняя квартира. Он остался, и она, мать его. А это его отца квартира, родительская. Ну, они же родились тут. А он пришел с тюряги уже, наверное, 2 года.
15 лет, по-моему, или 11, не помню, девочки, сколько, но за убийство. Где-то по пьяни кого-то шарахнул. Такого же самого, как и он, вы поняли? Вот, и это. И уехал в село жить, к матери. Чи к бабушке там, чья-то хата там. Ну, хата чья-то осталась. Наверное, бабушкина, мать же давно тоже умерла, тетка Машка. Наверное, какая-то ж хата в селе была. Потому что если бы он тут остался, они бы уже поубивали друг друга. А бедная эта мать, вы видели эту женщину, девочки? На лице, наверное, если надо загримировать какую-то бабу-ягу с морщинами, она такая не будет, то я за ярызя рассказываю нам. Она такая, и такой грим даже не сделаешь, какая несчастная, старая, от несчастья. Так что, что такой сынок? У кого? Да и у нас вот улазит все время тут, на базарчике, ярысь вот, с бородой такой, то рыжий. Ханыдло. Надо вот это все разогревать. Вот. Разбери сумку. Так я с дому взяла. Вот. И там несчастная мать. Он мне говорит это самое. Я говорю, ты хоть маму свою не обижай. Это я ему говорю. Он говорит, а что мне ее обижать? Какая она не есть, она же меня родила. А я так только на нее смотрю, а какая она не есть? Ты что, вообще уже сумасшедший? Какая она не есть? Она там такая несчастная. Худющая, старая на лицо. От чего он? Вот он когда в тюрьме сидел, то еще более-менее. СВЧ надо, я же тебе говорю. Или в духовку возьми на листики, положи. Жарко и так. Ну а что? Значит, СВЧ, он протягивает шнур. Че там СВЧ включи. В спальне же розетка есть. Смотри сама, два СВЧ. Где хочешь, там и разогрей. Ну, надо разогреть. Аж хорошо, поняла, чтобы аж прожарилось. Оно вкусненько будет. Ну, как в духовку тогда? Ну, в духовке оно ушло, оно там засохнет, да и все. Высвечено оно хоть не посохнет. Ну, ключи. Что, тебе лень, то протянул шнур. Не, не лень. Смотри, только граммофонию аккуратненько вытащи. А, вот это. Конечно, же. Туда до этого, до розетки. Так включено твое. Я же говорю, граммофонию аккуратненько вытащи. Воду вытащи. А, вот так. Все возьми, вытащи. С белым. С белым. Ну, все, уже не включай, бо оно сейчас упадет на телефон. Да. Вот так. Это теперь подтяни туда. Отсюда, наверное, да? Удобнее будет отсюда. Вот отсюда иди, да, смотри. Да, да, да. На. Ну, все. Вот тебе и проблема решилась. Конечно. Вытянула? Да. О, и включай. Одна секунда. И дело готово. Перестаньте вот это цепляться. Сесть прямо не дают. Ага, только сядешь, и уже все. Сразу, смотри, как не упало там. Не дай бог, и блюда побьются. Не дай бог. Так жалко, ты что, такие блюда. Что такое? Так классно. Не лезь. Чепляйся, прямо на голову лезешь. Тоже надо это соображать. Все. Так. Что, Оля, ты чистишь? Да. Тихо. Оля, кричит. А, ну и чистое тут. Так оно, мы же тогда выдраили его, когда ставили. Вот сейчас ты провалишься, не становись на погреб. Да я ж не становлюсь, ты ж видишь, как я стала. Ты подошла, только за двумя ногами стала, а сейчас вот эту ногу убрала. Кошмар. Фух. Так, включить. Все. Так. Шо? Что ж положить? В блюдо не влезет. Конечно, блюдо. А в этом будет тарахтеть. Это взорвется сразу. Конечно, я говорю, в этом будет тарахтеть. Да. Тарелку возьми. Тарелку. Только ж без блестяшки. Да-да. А чего тут блюдо влезет? Первое. Вот это блестяшка. Еще и какая. Здрасте. А то синее, оно. И все блестяшка. Не маленький стяжек. Ну, маленькой возьми по очереди, а большую складывай. Я что-то возьму. А, тебе тоже же без стяжек. Крышку возьми от ведерка, пластиковую. А в тарелочку переложишь.
А это не покрутит. Ну, конечно, нет. Ну, ты такое вот ляпнула. Конечно, нет. На крышечку. А потом на тарелку перекладываешь. Дик, уйди! Уйди! Уйди, сказал! Спрыгивай! Спрыгивай! Ты посмотри, наглые! Так, колбаску порезать. Ой. Тоже кровянки. Сала нету. Надо было в кульках, смотри, оно в кульках и разогрей. Правильно? Да я не знаю, это вытащи в кульку. А если кровь расплавится? Вообще, он не расплавится, а нафига в кульке запаривать. Так, ладно. Сама знаешь ее? А я в кульке грею очень много. Ну, кое-что. Хорошо. Когда ты последний раз грела? Ну, почти каждый день. Что, греешь? Да. Ты... Ничего себе. Живете. А что ты греешь? Это один. А это второй. Хорошо? Скупилась. Вот так. Кровопийцы. Сирена. Мне кажется, как провыло немножко. Да. Просто... Пусть оно включается. Нижнюю, да? Да, наверное. И что? Покрутила? Да. Крутится? Я не вижу. Она крутила. Ну, а ты вот это колечко убрала. Чего ты его убрала? А куда его? Под низ? Оно, конечно. Оно же не будет крутиться тогда. Все же должно быть как положено, чтобы оно было. Чего? Под низ, под это. Под стеклянное вот это. Все в сборе должно быть. А так, конечно, ты там уже придавила что-то и все. Ну, да. А ну, сейчас. Оно попало на ячейку. Там же в ячейку должно попасть. Вытащи еду. Оно же должно как-то попасть куда-то, щелкнуть. Колечко? Ну, вот это, само стекляшка. Она как-то должна там попасть на что-то. В середине там, блядь, ну, как звездочка. А ну, Лука, сделай. А ну. Оно же наживляться должно. Сейчас манку уже в молоко закинули. А ну, включи, закрой и включи. Ага, против, по часовой стрелке. Ну, ничего не работает. Не крутишься? Может, там что-то надо вверху настроить? Я тут настроено на 800 градусов. На 600, на 700. Свет загорелся. Ну, здесь он стоит. А, Сокольских. Она у них работала. Не может быть, что я работала. Ну, он гудел. Что ж такое? Молоко. Слава Богу. Непонятно. Чего? Да, не будет.
все, значит, не работает. Значит, гриль в духовке. Ладно, выключай. Значит, иди грей в духовке. И все. Все. Куда это у меня? Пассажи глянуть. Что с ней? Так, все, забирайте больше детей. Я снимаю и все, несу кашу. А что еще? Ложки там есть? Кровянку забирать туда? Я сейчас ее пожарю. Сейчас, девочки, по молоку уже сбежала. Раздевала все свечи, свечи. Ну там в хате есть еще одно из свечи. А то дитё глянет в субботу. Если поломанное что-то справится, выкинуть черту, чтобы и не стояло. Правильно? Нафиг оно надо. Так, сейчас ковянку хочу пожарить. А ну, когда жареное, девочки, оно вкуснее. На маленькой сковородочке. Сбежала, но уже чуть-чуть не драпанула. Где? В сумке. А там есть что-то? Ну да. Куда я знаю? Сырок, по-моему. Все забираю. Все туда. И так, девочки, и зло сижалось. Вот зашел, сел, сидит, уже и разговаривать не хочет. Мне не делать ничего не надо тут, ничего не надо. Мне лучше, ой, чужим людям заплачу, и хай мне тут помогут.
Девочки, сейчас помою сковородку. Девочки, все. Ну, я сковородку там, она в духовке лежала уже сколько. Я ее не пользуюсь, так я ее полоснула. Все, сейчас кровянку прижарю. Девочки, извините за такую тишину. Сами должны понимать, что замолкаешь. Привыкли с Олей вдвоем быть все время. Девочки, кашка, прелесть. Малашка. Голубцы. Я тоже их заберу, да? Может, он съест. А нет, по одному нам. Тут три голубца. Так, сметану в карман потом положу. Грушу возьму. Ну и все, Оля там салат сделала. Девочки, тут одного борща сейчас по тарелке съедим. Что еще надо? Вы поняли юмор? Да, Викуся? Где твоя косточка? Где ты ее спрятал где-то? Девочки, прижаренная колбаска 100 раз вкуснее. Правда? Все равно, девочки, сала я не вижу. Я люблю, чтобы кусочками сала было. Вот я все равно сделаю кровянку. Только если крови хорошей купить, не аферистической. Если кто-то резал свинку, о! Так купить-то кровянку, и кишек, и крови. И сальца, как положено, порезать кубиками, они на какие-то мясорубки или на что они крутят. Я люблю, чтобы резать, я, девочки, чтобы квадратиками сало попадалось. Тогда это кровяночка, вкуснятина. Один кусочек и не влазит, слышите, как всегда. Но сейчас улеплю. Чеснока мало. Сейчас присыплю сумесь перцем. Присыплю. И сухим чесноком присыплю. Все равно все не то. Нету, девочки, не у кого купить кровянки вкусные. Где чеснок сухий? Вот все. Прям со сковородкой понесу. Не буду я 100 тарелочек. Правильно, девчата? Я, девочки, люблю жареную кровяночку. Такой, чтобы, знаете, чтобы салку кубиками было. Не вот это. Только я гречкой не люблю. Я люблю чисто, чисто кровянку. И так, чуть-чуть прижарить ее кружочками. И яичница, чтобы домашняя, девочки. И хорошо присолить кока. Ой, как вкусненько. Девочки, я сегодня, кстати, почти ничего не ела. Дома съела, ну, наверное, не наверное, что я буду считать. От батона один кусочек хлеба. И на него положила кружочками, наверное, 4 кружочка колбаска сухая, тоненько порезана. Упаковки вот это, ну что, нарезки. Все. И кофе выпила. Все. Время уже 4:25. Это что, я много за день съела? Правда, воды почти не пила. Не почти, а 2 глотка выпила, таблетки свои от давления, которые пью каждый день. Все. Вот вся еда. Вот, получается, я уже сутки не ем, да? Вот мы вчера с Олей во сколько? Так, во сколько она пришла? 5:10 она вчера пришла. Вот мы покушали с ней, и то мы много не поели. Мы же мясо сразу напали на него. Ну, сколько мы там? Ну, вот так по кусочку мяса съели. Все. Сало, как всегда, я режу. Я сало всегда ем. При любом мясе я ем сало. Я не могу, как это? Я ем сало. Я один зубочек чеснока вчера съела.
с мясом. А Оля не ела, не захотела. А я съела, девочки, как противно потом во рту. Ну, и в бане. Раньше как-то так не было противно. Что я всегда чеснок, девочки, по 5, по 6 зубочков могу за раз каждый день съедала. И нормально было. А вчера один зубок съела, где что-то так противно было. Угу. Чеснок какой-то, вот это импортные чесноки эти. Все, девочки, каша готова. Грушу возьму с собой. Мне уже не хочется и сыра с грушей. Ну, съем кусочек. Я люблю такое все. Вот. Ну и все. Сидеть, когда трезво, видите, какой? Ну, девочки, у вас полно у самих такого. Как-то не хочется быть нормальным вот с нами. Что мы втроем остались, с такой большой семьей. Где четверо детей было, родители. У бабушки бурюкались всегда, куча внуков было этих. Куча внуков, еще и тети, и дяди. Они с нами погодки там, ну сколько, по 5 лет разница. Все вместе росли. А он чай, кофе не будет пить. Лучше ты водку не пьешь. Или что ты там пьешь. Так тоже, девочки, кофе пьет. Вот машинка, вот кофемашина. Да, маленькую чашечку, вот эту, что я это самое пью. Выдает порция. А он же вот такие чашки наливает. Это можно столько пить кофе, девочки? Какое сердце выдержит, какие мозги. А если чай заваривает, то есть в пакетиках, допустим, чай, да? То по 5-6 пакетиков на чашку чая. Нормально? Даже чай и кофе пить не может, как положено человеку. С утра встал, один раз выпил кофе, да, 2 глотка, вот как я выпиваю. Я даже ненавижу, когда вот такие чашки у людей и кофе пью. Ну, что это за кофе? Я чай, и тут я наливаю себе вот так, в стакане, в граненом я люблю. Вот так вот, не полный стакан, не дай бог. А мне это неприятно, когда зачем вот такие пол-литровые чашки пью. Оля, да, Оля может пить. У меня нет. Квас. Ладно, девчонки, пошла я, хоть бы не взорваться. Но я себя держу в руках. Что взрываться, правильно, девчонки? Пустого порожнее. Ой, девочки, спасибо вам за комментарии, родненькие. Вы такая группа поддержки у меня, вот просто, знаете, морально. Я вот сегодня отвечала комментарии. Вот я читаю комментарии, я улыбаюсь. Что-то мне пишут там. Ну, что-то хорошее за Олю, за вчера, что хорошее. Ну, что мы смешные там. Ну, что мы не смешные, а что мы естественные. Конечно, я отвечаю, спасибо, дорогая. Девочки, я с улыбкой это отвечаю. Потому что я вижу, как человек писал это. Спасибо огромное, девочки, за ваши комментарии. Вот все чужие мы, да, вроде люди. Вот видите, как интернет сделали, да, что мы знакомы. Но я вас не вижу, это же вы меня видите. Спасибо, что вы... Главное, запоминайте, где я что ложу, чтобы потом мне могли написать, когда я буду говорить, где оно в жопу куда-то провалилось. Я вот так всегда. Девочки, сегодня помыла голову новым шампунем. Ой, таким хорошим. Ой, ну, плохо мылится, плоховато, но класс. Запах, девочки. Вообще, качество классное. Ну, не было пены. Ну, значит, пену дурацкую шу. Всегда пена хорошо. Девочки, так у меня такой волос. Я прямо так расчесалась, ничего нигде не запутала. У меня и ополаскиватель хороший. Прям так хорошо мне. Как вкусно, когда все-таки, девочки, вкусно покушать, вкусным покупаться, вкусным надухаться, правильно? Вкусно что-то простенькое одеть, чтобы оно по возрасту было. И нормально на тебя смотрелось. Они одевают, идут толстые девочки, даже вот в нашем возрасте, оденут какие-то кофты в такой облыпочке. Ну зачем, господи? Лучше в секин пойти выбрать, там широкенькое что-то, можно все равно выбрать. А вы знаете, девочки, мне кажется, что я платье могу себе и не купить. Я даже не знаю, какое бы я платье хотела новое, вот, да, чтобы оно было свободное, чтобы оно уютное было. Чтобы я нигде не ходила, вот это, не поддергивалась, не задергивалась, не вот это. Я даже не знаю, какого фасона, надо хоть зайти
Во-первых, я не собираюсь никуда влазить, девочки, влазить. Это надо вылазить, столько нервов потрепать себе, какое-то платье дурацкое купить. Я даже не знаю. Тут во всех кинах, вы же видите, только все на лилипутов. Тут прорезать просто не вот ту дырку посередине, одеть и идти прищепками вот тут. Девочки, веночек, помните, я вязала он висит же. Так знаете что, девочки, уже с этих одуванчиков пух-пух уже он. Вот это фу, подуть и полетит, надо выкинуть, бо тут будет пухнее этой кошмар в еде. Он зацвел уже. Не зацвел, а вот это, в пух превращается, прикиньте. Не высох, а вот это, ну вы поняли. Висит, как перья уже. Ой, бляха-муха. Девочки, пошла я, бо у меня гости ждут. Третьего лишнего. Ни пуха, ни пера. Вам и мне. Ну, шо робить, девчата? Шо робить, родненькі? Мы люди, правда? Ой. Чужих прощаем, а своих шо? Просто свои больнее бьют, девочки. Чужой шо, да? Гав-гав-гав, встретились, поздоровались, и уже все и забылось. А свое, когда больно вот это вот, когда незаслуженно на тебя маты кроют. Пьяный, не пьяный. Все равно же это обидно, девочки. Звонила сегодня утром Виктору. Утром, 10:30 где-то. Два раза до упора трубки не взял. Значит, у этой квартиранши, что вы говорите, выгнать ее надо. Во времянке. Тот же в больнице лежит, если он там еще живой, ее сожитель вот этот. А Виктор, значит, там. Пошел к ней любовь крутить. Он в нее влюбленный. Вот так вот. То кричит, выгоните ее. Она меня укусила, у меня аж кровь пошла. А то не надо трогать. Не надо. Люда, не надо. Девочки, будьте здоровы. Я еще сегодня с вами встречусь. Я вам обещаю. Финальная. Финал будет. Будьте здоровы, родные.